Дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик. Вольера, вот сюда приехали наши грязинские. Вот, сделали им будочки. Там, где они в переносках спали. Вот, сделали будки. И сейчас сделаем вольер. Вот, заготовку нового вольера. Переставили бытовки и делаем заготовку нового вольера. Так, сегодня 16 марта, я в приюте, хочу показать, какие у нас новости. Вот эти бытовочки, которые стояли в ряд, 7 штук, теперь через один, то есть вторую, четвертую и шестую забрали и поставили их вот сюда. К одной уже приделывают вольер, ну, выгульник, и... Ну, здесь пока вот без изменений, как вот они отдельно стояли, вот эти бытовочки, так они и стоят. Вот сейчас ребята трудятся там, где пристраивают к бытовке вольер. Будет выгул уже. И вот к другой, 13-й написан номер, они, правда, перепутаны с 14-ми местами, но неважно. Там тоже вот уже об решетку сделали профиль. И... ведут подготовительные работы. Ну, тут вот у нас, как говорится, маленький Шанхай. Вольеры маленькие. И просто с будками и с небольшими навесами, чтобы в еду ни вода, ни снег не попадали. У некоторых даже пока навесов нет. Вон Флоризель сидит. Сейчас ему хорошо видно, а загородят бытовками. Будет не очень ему видно. Сейчас он вот на своем посту, и вот эти вот такие клевые. О, стоят на страже. И вот Флоризель. Лежит Флоризель. Да, решил голос подать. Такая у нас... картина. Сейчас вот так медленно покажу. Вот немножко профиля, доски. Ну, а сетка, кое-где 1-2 рулона есть, и запасов сетки я не вижу. Ну, вот это вот самое новое. Но потом, когда уже всех собак перевезут, эти вольеры будут расширяться и делать их будут, как и все остальные, под большую крышу, под навес. Вот. А пока вот это в экстренном порядке, потому что срочно надо вывозить собак. А строительных материалов катастрофически не хватает. Это какой у нас? 71-й. Вот. Колхоз коллективный труд. Чистим вольеры. Снега самые-самые-самые сырые. Воду собрали, теперь гребем. Ой. Ты мой сладкий, да, какой ты мокрый, сладкий мокрый. Ух ты. Вот у нас красота какая. Гребем. Гребем. Да. Для истории. И следующее. Опа. Сейчас будем засыпать. Господи, ругаются собаки. Вот так, ребята.
Ну что ж, сейчас это рассыпаем. Эти вольеры надо сегодня засыпать. Вот такой у нас сегодня труд. Вот такой у нас сегодня труд, да, Наташа? Ну вот, сколько смогли засыпать. Вот такой полуостров сделали деткам. Сейчас Надюша с Наташей пошли. Фу, не надо на меня брызгаться. Тихо, 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 тихо. Вот, а у ребят там, конечно же, надо засыпать. Сколько сегодня успеем, засыпем. Да. Нельзя трогать мои перчатки. Нельзя. Фу! Отдай перчатку. Отними быстро. Сняла. Ай, отдай перчатку. Так. И вот у нас сегодня вот такие труженики. Вот. Работаем. И что это вы тут делаете? Ну-ка, расскажите. А, что мы тут делаем? Ну-ка, да вот. Что мы будем засыпать? Будем вот этот вольер 66-й, где там очень много грязи, много щенков и все по колено. Именно 66-й, да? Где у нас 66-й? Сейчас 66-й. Ага. Там вот доделают. Где 16, где маленькие щеночки, все как ежики, уже грязные. Да, так, ну вот видите, ребята, чем занимаются волонтеры. Ну давайте, давайте, обнимайтесь, что это вы сегодня? Так, где-то у нас тут Вика. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, наш этот самый Боров такой разноглазый. Такой сладкий. Сладкий, беленькую покормили. Сейчас начнем еще. Вот у нас вот такие вот вольеры. Ребята, надо срочно засыпать. Видите? А здесь у нас щенки. Да. Вот, они тут все мокрые. Надюшка. А что такое там? Вот так. Все, пойдем сейчас насыпать. Засыпали узенькую дорожечку в вольере. В 66-м. Будет где собачкам побегать по сухому. Они, правда, все равно идут вон по лужам. О, пошли, 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 потопали, смотри. На. Потопали по сухому, да, зайки. Ну, ребят, работы много, нас мало. Ну, справимся с Божьей помощью. Человек – это отзывчивость, это милосердие. Это сострадание. Человек так многолик, и все же большую часть в нем занимает добро. Человек рождается добрым. И уходя из этого мира, он словно просыпается и пытается сделать очень много доброго, словно на посошок. Есть, конечно, люди, которым не повезло, и они сломались и наполнили себя тьмой и злобой. Да, такие тоже есть. И этих искренне жаль. Но миром правит любовь и доброта. Друзья, я призываю вас к любви, к доброте, к милосердию и состраданию. Будьте с нами рядом. И пусть доброта ширится по нашему миру. Добра вам, люди. Счастья вам, благополучия. И всего самого-самого светлого и чистого, что можно пожелать от чистого сердца, от всей лохматой души.